вот хочу поделиться своей печалькой, как у нас на Малинке зайцы над ней поиздевались, подгрызли сволочи почки. И причем только на подвязанных рядах, там где еще не подвязано, там нет. Ну, видно, малина шевелится стволы, и они или побоялись от того, что они шевелятся, или еще что-то. Короче, вот так. Первый раз такое вообще. Ну, у нас и снега-то столько не было. Короче, много где. Ну, все это, естественно, нас расстроило. Ну все, у зайца теперь ужина не будет.